Хакамада впала в истерику. Трагическая новость пришла о ее дочери. Недавно Ирина Хакамада дала откровенное интервью YouTube-каналу «А поговорить», в котором рассказала о своих татуировках, отношениях с дочерью Марией Сиротинской, а также поделилась взглядами на семейную жизнь. Ведущие спросили у бизнес-тренера и публициста, когда она в последний раз плакала. Ирина Хакамада призналась, что позволила себе проявить сильные эмоции во время болезни дочери. В 2004 году у Марии Сиротинской обнаружили рак. К счастью, наследница Хакамады смогла побороть тяжелую болезнь. Понятно, что сначала я сдержалась, потому что узнала на людях, и потом тоже я не рыдала. А затем так совпало, знаете, так бывает. Я привезла ребенка в больницу. Там взяли анализы и сказали 100% клеток раковые. Я тоже сдержалась. Я внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться, вспоминает женщина. Но дочь была очень маленькая, и когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная и с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: «Мама, пора мне на небо». И все, дальше я уже не управляла собой. У меня началась истерика. Позднее выяснилось, что Мария хотела выздороветь и отправиться в путешествие на самолете. Но тогда звезда была шокирована словами дочери. Представляете, что вы получаете диагноз, а потом ребенок такое говорит: на вас обрушивается вся метафизика, все иррациональное, что есть на этом свете, и вы просто не можете это вынести. А потом все, я пришла в себя, поделилась Хакамада.